Друзья, сегодня мы поговорим об оборудовании, без которого уже сейчас не может обойтись ни одно домохозяйство, об утюге с паром. При этом швейному производству любого масштаба необходимо уже более серьезное оборудование. Это парогенератор с утюгом. Каковы преимущества парогенератора? Объем вырабатываемого пара в парогенераторе намного больше, чем в утюге за счет размеров бойлера. Таким образом, глажение изделия идет гораздо быстрее и эффективнее, так как рассчитан на использование на фабриках. Парогенератор производит более сухой пар, чем бытовой утюг с паром. Таким образом, на изделия попадает меньше влаги и исключается образование разводов и деформации изделий. Ну и в завершение, промышленный парогенератор позволяет работать до 8 часов в день, в то время как, например, утюг с паром работает всего 30-40 минут, а бытовой парогенератор не более 1,5-2 часов. Далее мы расскажем о парогенераторах турецкой компании Siltor, одном из самых популярных брендов для небольших швейных производств, ателье и бытового применения. За более чем 40 лет Siltor зарекомендовал себя как надежное и качественное оборудование. Только в России за последние 15 лет продано более 72 тысяч парогенераторов, большинство из которых работает до сих пор. Почему выбираем Siltor? Первое. Надежность. Корпус бойлера выполнен из нержавеющей стали. Это защищает от коррозии и увеличивает срок эксплуатации парогенератора. Наличие системы защиты от перегрева, нехватки воды в бойлере обеспечивает вашу безопасность и длительный срок эксплуатации. Второе. Важнейшими особенностями оборудования Siltor является простота обслуживания за счет того, что парогенераторы работают на отстойной водопроводной воде, не требуют дополнительных денежных затрат на дистилляцию воды. Нет накипи и перегрева, потому что ТЭН расположен под бойлером. Третье. Долгий срок службы. Siltor – это надежное, долговечное, а не одноразовое оборудование, и об этом необходимо помнить при выборе. Можно купить бытовой или дешевый парогенератор никому неизвестного бренда, но при любой, даже незначительной поломке, вы столкнетесь с долгим и очень дорогим ремонтом в неизвестном месте. В то же время особенности конструкции парогенератора Siltor позволяют при ремонте легко заменить отдельную запчасть, а не менять целый блок, как у распространенных европейских брендов. Например, у итальянских производителей чаще всего при необходимости замены ТЭНа приходится менять его вместе с баком. А бак – это самая дорогая запчасть в парогенераторе. Его замена обойдется в половину стоимости нового парогенератора. Широкий выбор запчастей и их постоянное наличие, а также качественное сервисное обслуживание гарантировано в более чем 45 сервисных центрах компании Voltex и наших дилеров.